Таразе отметили 100-летие ЗАГСа – Управление записи актов гражданского состояния. Со временем их функции были расширены. Стали регистрировать не только рождение, заключение брака и смерть, но и расторжение брака, установление отцовства, усыновление и опеку, перемену имени. На мероприятии по случаю юбилея были приглашены ветераны ЗАГСа, которые вручили молодоженам свидетельство о браке. Подробнее смотрите в материале корреспондента. Все самые главные события в жизни человека фиксируют именно сотрудники ЗАГСа. Это рождение, вступление в брак и многое другое. Брак между мужчиной и женщиной является ключевым фактором, формирующим государство. Каждая созданная новая семья – залог целостности нашей страны. Юбилей органа стал радостным поводом для двух таразских семей. Работаю здесь с 1980 года. Сейчас я на пенсии. Исполнилось 100 лет отделу ЗАГСа. Здесь персонал должен быть очень терпеливым. Всем спасибо. С праздником сегодня. В ЗАГСе не только проводят церемонию бракосочетания, но и помогают гражданам, не имеющим документов, удостоверяющих личность. К примеру, многие годы Сара Ембергенкызы куда только не обращалась для того, чтобы получить удостоверение личности своей внучки. И именно при содействии сотрудников отдела ЗАГСа она получила свидетельство о рождении своей внучки. Спасибо делу ЗАГС. Желаю процветания вашей работе. Вы мне очень помогли. Решили мою проблему. Еще раз спасибо. В конце праздничного мероприятия состоялось бракосочетание молодоженов и вручение им свидетельства о браке. Гости, в свою очередь, поздравили сотрудников ЗАГСа со 100-летним юбилеем и сфотографировались на память. Жиңизгани Асылбек Жолшыбек, Ернар Сегизбаев, 77 News.